Здравствуйте, мои дорогие телезрители! Сегодня необычный ролик. Один я уже как-то попыталась такой выложить, но там было очень мало у меня сюжетов. И просто так получалось, что вовремя заснять это все не получалось. Поэтому, в принципе, первый опыт был такой вот маленький. Сейчас у меня набралось достаточно информации, чтобы показать вам. Решила я делать вам вот такие вот выпуски. Это называется подсмотрелки, что покупают у меня мои подписчики. Давайте назовем так, да? И я думаю, что, может быть, кого-то это интересует. А почему вообще-то я решила делать такие видеосъемочки? Нет-нет, да? Когда у меня набирается побольше таких покупок, я все это буду вам соединять и таким образом буду показывать. Так скажем, удовлетворю любопытство моих телезрителей. Что покупают? Что у меня заказывают? Ну а что могут у меня заказать? Могут заказать то, что я и показываю. Ну, в принципе, вы можете у меня заказать то, что я не показываю, потому что все показать просто я не успеваю. Вы можете у меня это заказать, а я могу найти и отправить. Ну что ж, начнем, мои дорогие. Сейчас я попробую его найти. Я не помню, как его зовут, но... Бонжорно. Не помню, не помню. Anyway, I think we should get you up. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sto cercando. Так, смотрите, вот сумка, которую вы хотели на рынке. Цвет тот был темнее, но этот чуть-чуть светлее. У него два было цвета. Тот темный шоколадный закончился. Есть вот этот коричневый. Он, знаете, не рыжий, как вот этот, да? Вот смотрите, чтобы вы понимали, да? Вот. Видите, там рыжий. А он вот такой чуть-чуть тон темнее. Тоже ручная работа. Итак, подсмотрелки продолжаются. Сейчас я вам покажу вот этот весь товар, который я купила для одной моей заказчицы. Тоже все это поедет в Россию. Сейчас я вам покажу все поочередно. И начну я вот с этой сумочки. Как-то в одном из роликов я показывала рынок Порчелино. Это в центре Флоренции. И там была вот эта сумка. То есть сколько времени прошло. И сейчас этот человек замечательный посмотрел этот видеоролик. И ей понравилась именно эта сумка. Это Пелли Лавата. Она очень мягкая. Я вам объясняла, да, но кто не знает, Пелли Лавата — это специальная такая обработка, кожа очень мягкая, очень приятная, и это ручная покраска, сделана вручную под винтаж. Вся продукцию, которую вот делает именно эта фабрика, у них вся такая покраска, она есть в сером, в синем, в красном, бордовом, в зеленом, то есть расцветки разные. Эта сумка достаточно объемная, здесь две ручки. Может быть, кто-то захочет такую сумку. Сейчас я вам покажу ее внутри. Если вдруг вы захотите такую модель, напишите мне, потому что, возможно, ее больше нет. Потому что была темно-шоколадная и вот такая. Темно-шоколадная уже продана, и вот это вот и последняя. Но Флоренция большая, возможно, я найду ее в других магазинах. Не знаю. А так, смотрите, просто я вам информирую, как сказать, показываю вам то, что я уже купила, и это завтра уже отправится. Jenny Leather, видите, Bors & Pelli, натуральная кожа, и сделана в Италии. Внутри еще карман, большой сплошной отдел. Это достаточно объемная сумка. И еще есть ремешок-удлинитель, вот он. То есть его можно удлинять. Очень-очень удобная сумка. Это именно вот кто любит такие мешковидные большие сумочки. Здесь вот так вот сделано по бокам. Мне самой тоже очень нравится это качество. Вот такая вот сумка. Итальянки любят вот так подбирать сумки и ботиночки такого цвета. Даже покупают куртки, потому что здесь тоже курток есть именно такой покраски, и обувь, и как комплектиком очень красиво смотрится. Дальше, значит, вот такая вот сумочка. Это все идет одной заказчице. Это тоже Пелли Лавата. Она очень любит это качество. Она вот
честно, обманывать не буду, говорила, что, по-моему, была в Италии и знает, что это за качество, поэтому она очень любит Италию. И вот такая вот сумка, смотрите, значит, она открывается вот так, здесь вот так вот на крышечке есть тоже замочек, здесь один отдел, и второй получается как конвертиком потайной. Видите, внутри еще тоже карман. То есть она такая, вы знаете, вот маленькая, но вместительная. Очень вместительная. Кожа тоже обалденно мягкая. Значит, ремешок-удлинитель. И вот это. Так, вот эту сумку я купила за 100 евро. А эту сумку 85. Так, здесь закрывается. Дальше. Значит, эта сумка, да, я вернусь к этой сумке, это все у одного покупателя на Порчелину я купила. А вот эти вот сумочки я купила, вот эти три, в Донателло. Я тоже делала видеоролики, у них тоже очень много товара, много красивых сумок, качество итальянское, хорошее, ну, качество, это вообще тоже Пелли Лавато. Сейчас я вам все покажу поподробнее. Смотрите, какая сумка, ну, во-первых, она тоже объемная. Здесь такая вот ручка, посмотрите, какая удобная. Здесь, значит, открывается карман. Еще кармашки вот здесь наружу, еще кармашек здесь. Посмотрите, какие вот эти замочки. Даже вот они, ну, как сделано, да? Фурнитура, все замечательно. И еще есть... Вот. Это задняя часть, это передняя. И еще есть, соответственно, внутри ремень длинный. Сейчас я вам покажу. Так, вот ремешок-удлинитель. Посмотрите, как он сделан. Строчки, карабин, бронза, металл. Внутри, значит, карман еще дополнительный. Пелитерия артиджана. Так, и еще два кармана вот здесь. Такой вот подклад. Так, цены я все говорю на видеоролике. Сейчас точно я не хочу вам ошибаться, за сколько я купила. Если кому-то интересно, в районе, сейчас я просто вспомню, 200, по-моему, 19, вот я могу ошибиться, да, там и 10% была скидка, по-моему, 197 евро, вот если я не ошибаюсь. Вот такая вот сумка. Это тоже Пелли Лавато. Давайте ее вот так вот закроем. А вот эта сумка тоже куплена в Донателло, тоже Пелли Лавато. Видите, как она сделана, сзади кармашек. Здесь я сразу открыла, чтобы одной рукой эту неудобно будет открывать. Тоже ручка-удлинитель. Так, в районе 140 с чем-то евро обошлась эта сумка со скидкой уже. Это тоже кожа замечательная. Видите, она сделана под винтаж. Вот такая вот сумочка. И вот такой рюкзачок. Это ее внучки. Цвет светло-коричневый. Здесь много отделений. Раз, два, три. И она стоила 56 евро уже со скидкой. Ремешок-удлинитель внутри. Эту сумку-рюкзак можно носить, видите, да? Здесь петельки, как сумочку и как рюкзак. Я думаю, что девчонка будет довольна. А также еще кошелечек. Сейчас я вам покажу. И вот такие вот босоножки заказала эта же заказчица. Посмотрите, я показывала вам эти босоножки. Эти прилавки находятся на Пьяцца Сан-Лоренцо. Это ручная работа, это мастера флорентийские делают. Чисто кожа, подошва тоже все кожно. Видите, Vera Coil. То есть это прочность, это комфорт, это натурально. Вот так вот они сделаны. Темный шоколад, это тоже мой любимый цвет. И это тоже ручная работа, как вот эти вот сумочки. Вот такой вот кошелечек еще тоже заказали. Это моя продукция. Я скажу, там
Хочу напомнить, может быть, есть такие телезрители, которые недавно зашли на мой канал и не знают предыдущие моменты в моей жизни. Я не хочу в этом ролике все рассказывать. У меня был магазин, там были кожаные изделия, и это продукция из моего магазина. У меня есть Instagram-магазин, немного есть там кожаная продукция. У кого есть желание, можете, в принципе, зайти туда посмотреть. Этот кошелечек тоже полетит этой же заказчице. Стоит он 15 евро. Это чистая кожа, натуральная кожа. Такой вот он удобный кошелечек. Я, кстати, хочу сказать, есть такие телезрители, может быть, которые зашли впервые, может быть, не знаете, да, что я занимаюсь продажами, как вы видите, да. Я все это собираю дома, откладываю. Например, сегодня купили босоножки, завтра вы видеоролик посмотрели, купили что-то в Michael Kors, или там на рынке, или что-то, или где-то. Я все это покупаю, откладываю, когда вы готовы уже, что Регин все отсылает, я беру, значит, это все упаковываю. Вот у меня здесь коробка. Вот это, например, следующий товар идет. Этот товар пойдет в Россию. Вот такие вот босоножки. Я делала видеообзор. Рядом с рынком Сан-Лоренцо есть прилавки, где продают кожаные босоножки. Разные, очень большое количество, большой выбор. И вот это вот заказ моей подписчицы. Очень прочная, хорошего качества, ручная работа. Здесь и кожа тоже ручная работа, и пошив, все это вручную сделано. Посмотрите, какой каблучок, и вообще и подошва, все это кожа. Видите, веракою. То есть 100% гарантия, потому что, ну, это действительно хорошее качество. И носиться будут долго. Обувь на каждый день. Эту обувь я купила за 58 евро, а эта обувь стоила 68 евро. Еще хочу показать, это, значит, товар пришел для вот этой покупательницы, которая заказала у меня вот эти вот босоножки. Это, сейчас я вам точно уже не помню. Давайте я с вами тоже открою, посмотрим. Я делала видеообзор в аутлете в Корсо Рома. И там были вот такие вот шлепки. И моя телезрительница увидела их, и она заказала. Я это забронировала и купила. Вот такие вот шлепочки. Стоили они в районе 47 евро, если я не ошибаюсь. Здесь чек есть. Сейчас посмотрим. Да, вот они стоили 47 евро. И 6 евро мы заплатили за то, чтобы они мне отправили сюда. Какие-то бренды отправляют ко мне бесплатно, за свой счет. Какие-то говорят, что стоит 6 евро. Да? Вот в этот, вот в этом случае 6 евро пришлось доплатить, потому что они не отправляют бесплатно. В любом случае, цена хорошая на эти шлепки. И все. Вот это вот пыльничек для этих шлепок. И сегодня очередной заказ. Это подсмотрелки продолжаются. Это кроссовки Michael Kors. Моя заказчица, она купила у меня двое пар босоножек. Они еще у меня дома лежат. Шлепки из Корсо Рома. И вот она заказала кроссовки. Сейчас я вам покажу. Они тоже со скидкой. 38 размер в наличии был. Я показывала вам на видеороликах. Они были бежевые цветом, розовые и черные. Вот такие вот красотки. Ну и, соответственно, вторая пара та же самая.
Я уже не помню, сколько там было на них скидка, потому что там были на бирках, а это они мне новые принесли, поэтому здесь не указано. Но я купила их за 92 евро. То есть я не помню, сколько было на них, 40% или 50%. В любом случае, на видеоролике я все озвучивала. Так, и здесь ремешок. Это тоже, эта же заказчица купила у меня. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот мешочек Луизы Испаньоли. Как он пахнет, потому что у них там прям очень пахнет парфюмом в магазине. В их. Сейчас. Вот такой ремешок Луизы Испаньоли. Черненький. У них там еще есть другие цвета. Этот ремень стоит 85 евро. Ну все, мои дорогие. Вот такие вот покупочки были сегодня. К сожалению, я не все вам могу показать, потому что иногда я так вот быстренько все это делаю. Все это упаковывается быстро-быстро, даже не до съемок. И отправляется. Но когда у меня есть свободное чуть-чуть время, я буду вам делать такие вот обзоры. Это сумка, рюкзак. Это такой шопер, большая сумка. Видите, ручной работы. Это мягкая кожа. То есть можно ее носить и как сумку. Вот эти вот две ручки, да. Также можно ремешок удлинитель одевать сюда и вот туда. И как сумку большую носить на плече. А также как рюкзачок. Видите, посередине центральная вот эта вот фурнитура, да, одевается сюда и сюда. Он используется как рюкзачок. Очень удобно. Я на самом деле сама себе хотела бы такую сумку. Но, вы знаете, я здесь проживаю, и я в любой момент могу себе это купить, поэтому ладно. В общем, подождет эта покупка. Надо как-то избавляться от своего товара, да? И эта же заказчица у меня покупает вот эту сумочку. Эту сумку я купила на Порчелино. Я делала видеообзоры как-то, и вот эту сумку оттуда. А эту сумку я покупала в Донателло. Это такой магазин, это на рынке Сан-Лоренцо. Я тоже делала много видеообзоров. У них это Пелли Лавата, вот такая вот она мягкая, ручной работы покраски. Интересненькая, масюсенькая и удобная. Видите? Так она застегивается. Все, это вот заказ поедет сейчас в Эстонию. Сейчас покажем, как Гретка радуется. Смотрите, мы ей купили игрушечки. Вот такую игрушку купили. Ой, новые игрушки у Гретки. Я ее помыла. Все, ребенок доволен. Посмотрите. Посмотрите, новая игрушка у Гретки. Да? Грета, нравится тебе игрушка новая? Нравится? А? Нет-нет, вот мы ей покупаем новые игрушки. Она любит новые. Она потом старые забрасывает, вот новыми играется. Как дети, одинаково. Хоть ей уже год, вот она все равно играется, бесится. Как будто не знает, что ей 10 лет. Ну и слава богу, пусть подольше так, подольше. Девочка, это еще не все. Еще одну игрушку купили. Сейчас покажу. Смотрите, вот такую игрушку, ее трясешь, и она в темноте вот так мигает. Это тоже для собачек. На, Грет! На, это тоже твое. Ой-ой-ой, сразу она прихватила. Новое, да, новое? Нет, вот это ей больше полюбилось. А это что, тебе не нравится, Татусь? Смотри, как она мигает. А это не нравится, Татунь? Это не... Без... Хотя здесь дырочка есть. Должна была она быть с свистком, но, видимо, мы взяли бракованную без свистка. Ну ничего, ладно. Она все равно со свистком один день, потом все разгрызает она. Грет, а это не нравится? Нет?
Вот там, видите, сразу полюбилась ей. Ну ладно, потом поиграешься и этой тоже. Все, что ли, пока? Все? Видите, она любит, когда ей что-то покупает, и все высматривает, нюхает. Да, это тоже тебе. Это вот на шейник, чтоб ей больно не было, она же голенькая. Покажись-ка. В общем, вот, я померила. Вроде бы нормально, но она немножко великовата ей. Гретка, ну-ка встань-ка, ты хоть посмотрю на тебя. Нормально так, встань. Вот так. Не хочет, ну ладно. Ну, она чуть-чуть великовата, наверное, на зиму, когда она в пуховичке и на пуховик, вот это самый раз. Ну, потому что мы без себя купили, поэтому не померились, взяли, но ничего. Так она смешно спит, а глаз смотрит. Это вообще что-то.